Кривая заболеваемости COVID-19 в мире неумолимо ползет вверх, констатирует Всемирная организация здравоохранения. В октябре власти многих стран Европы вновь были вынуждены пойти на ужесточение ограничительных мероприятий. В Донецкой Народной Республике с 12 октября и до особого распоряжения во всех образовательных организациях обучение должно проводиться с использованием электронных и дистанционных образовательных технологий. Чтобы предупредить распространение коронавируса, школьники досрочно ушли на как никогда длинные трехнедельные осенние каникулы. И все же Минздрав ДНР фиксирует рост заболеваемости COVID-19. Согласно исследованиям, проведенным 9 октября, плюс 108 новых случаев. 10 октября еще 86. В воскресенье исследования не проводились, лаборатория находилась на санобработке. Всего в ДНР ковид-диагноз был подтвержден у 4556 человек, у 117 из них в Харцизке.